когда еще раз мы можем развестись со своей женой по Библии. 1 Коринфянам, глава 7, стих 10. А выступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не отходить от мужем. Еще раз. Жене не отходить от мужа. Если она уйдет, то должна оставаться безбрачной. Если она уйдет, то должна оставаться безбрачной. Значит, что если у тебя жена, и она отходила, еще раз, она отходила от тебя, она должна быть одна. Она не может выйти в замуж. Она не может, она не может выйти в замуж. Еще раз. Если она уйдет, то должна оставаться безбрачной. Или примириться с мужем своим или примириться с мужем своим если она ушла от мужа если она ушла от мужем своей она не может войти в замуж она только может как сказать здесь примириться с мужем своим. И муж не оставлять жены свои. Значит, что муж, вы не можете, вы не можете развестись или, здесь как сказать, оставлять жены свои. Это только когда первый, если, если она совершает прелюбодеяние. Если она совершает при любодеянии, только про этого вы можете развестись ее. А другой раз вы это можете сделать, развестись ее. Дальше. Мы об этом читаем сейчас. Стик 12, 1 Коринфянам, глава 7, стих 12. Прочим же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, если есть брат, брат здесь значит муж, который соблюдает наши Бог законы Еще раз. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Что это значит? Что это значит? Если я верю, соблюдая все законы здесь, которые наш Бог сдал нас, через все его пророки, или апостоли, или через Иисус Христос. Я все верю. Но моя жена не верит. Она никогда не верит соблюдать это заповеди. Еще, еще раз. Потому что я люблю тебя, я хочу сделать, что ты хочешь. Я буду соблюдать эти законы. Но я не верю в Бога. Но я хочу эти все, эти все законы соблюдать. Вы, муж, вы можете жить с ней. Вы можете жить с ней. Еще раз. Она не верит в эти законы, но потому что она любит тебя. Он хочет соблюдать, извиняюсь, она хотела соблюдать все эти законы, не надо оставлять ее. Не надо оставлять ее. Она не верила, но потому что она любит тебя. Она хотела соблюдать эти все законы, потому что она любит тебя. Потому что ты любит эти законы. Не надо оставлять ее. Но, но no. если она не верит это и никогда не хотела соблюдать эти законы, вы, вы, не можете, вы не можете развестись ее. Надо ждать. Может быть, она потом, через 9 месяцев, через год, будет

vseguir da piano, vseguir da curil, vseguir da bil, bil se drogouit, cá se diz, gina, eleim, díevushka. No, ti uge ismenil. Paeta ya ia hatur ismeni Ti uge ismenil, por ti ti na natchalse. соблюдать эти все законы в Библии. А сейчас я тоже хочу изменить. Может быть, это будет через 2 года, три года. Но это... Но ты должен, ты должен смотреть ее. Ты должен быть пример для ее. Да, мужчина должен, мужчины должны или должны, мужчины должны, как сказать, научить все их женщины или жене женщин, Это Библия. Если она сказала, я не хочу слышать это, мне не нравится это, я не хочу соблюдать это, не надо быть злой. Подожди. Ждите ее. Может быть, потом она будет изменить ее сердце. Дальше, 1 Коринфянам, глава 7, стих 12, еще раз. же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, твоя жена не верит, и она согласна жить с ним, с ним. это что то значит? Она согласна соблюдать законы, все законы, она не верит в Бога но она согласна, соблюдав все законы, то он не должен оставлять ее дальше. И жена, которая имеет мужа, не верующего, и он согласен жизни не должна оставлять его. Это то же самое. То же самое с мужем, который не верит. Если жена верит, а муж не верит. А муж сказал, что я люблю мою женю. Я не верю в Бога, но потому что я, я люблю ее. Я буду жить с ней, и я буду соблюдать законы, что я буду сделать ее счастливой. Это то же самое, Жена к мужу. Не надо оставлять его. Не надо оставлять его. Мы, мы будем мы будем понимать, почему апостол Павел писал это здесь. Дальше. Стих 14. Ибо неверующий муж озвешает женою верующей. И жена неверущая освещается мужем, верующим. Если муж верит в Бога, а жена не верила, но она соблюдает законы, потому что ее муж соблюдает все, они все будут что? Как здесь писано, освещаться. Они будут освещать, как сказать, освещаться. Они будут озвучаться. Например, муж, например, муж верит, а жена, она никогда не верила в Бога, но она хотела соблюдать законы, потому что его, извиняюсь, потому что ее муж любит это и соблюдает все это. Она началась начала соблюдать это, но не верит в Бога. Они вместе будут чисты перед Богом. Но если он верит, и она не верила, и не хочет соблюдать никакого закона, они не могут быть чисты, и не одна плод. Они не могут извиняюсь, они Ni magut bit shisti prii bogam ili ani ni magut bit adna ili adim platiu darju. Stik chitrenaset iboni verushim mu asve chait se geniu verushiu. I gena ni verushaya asve chait se muju verushim. И наши дети ваши были бы не а теперь чисты, а теперь святы. Я объясняю. И наши дети ваши были бы не чистый Значит что? Если я верю, и моя жена она никогда не верила, и она тоже не хотела соблюдать. Наш Бог законы. Наши дети никогда не будут чисты перед Богом. Почему? Если я, отмеч, если я отмечаю все наши Бог праздники, например, есть а, Паск, а, не Пасхаль, не паска паска это не от Бога. Нет. Бо, у нас много праздники. Я не знаю, где-то 10 или 11 праздники от Бога. В Библии, в книге Левит, глава 23, если я отмечаю все эти праздники, а моя жена никогда не отмечает никакого праздника, но она отмечает Новый год, День рождения, Рождество, Пасхал, 8 марта. Мы не можем быть одноплетью, а мы не можем быть чисты. Наши дети не можем быть чисты. Почему? Потому что если, например, если сегодня это наш Бог праздник, а я забрал мои дети на этот праздник, на этот праздник, извиняюсь, а в следующей неделе есть Рождество, а моя жена, моя жена будет забрать их, дети, на этот праздник. Это ненормально. Значит, что мы не одна плоть. И поэтому дети будут на Бог праздник, а потом будут на неверующий праздник. Дети, эти дети будут нечисты не будет ни чистый. Дальше. Но если, но если, 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 если я отмечаю все Божьи, все э, наши бог праздники, моя жена о, тоже. Она не верила в Бога, но потому что она любила меня, она любит меня, она отмечает эти праздники с, э, со мной. Значит, что если она отмечает все эти праздники со мной, Бог праздники, не, не верующий праздник, Бог Божьи праздники. Это значит, что если она отмечает это со мной, наши дети будут тоже, еще раз, наши дети будут тоже отмечать эти все праздники вместе, вместе с нами. Потому что их родители отмечают эти праздники. Тогда они будут чисты пред Богом. Дальше. Стих 15. Это здесь мы можем понимать, когда еще раз мы можем развестись со своей женой по Библии. 15. Если же не верующий хочет развестись, если же не верующий хочет развестись, значит, что если я верю в Бога и соблюдать все его законы, а моя жена не верит, а не хочет соблюдать все эти законы, и она хочет развестись от меня. Что я могу сделать? У нас ответ, ответ здесь. Если же не хочет развестись, пусть разводится. Это то же самое, если жена верит, а ее муж никогда не верит. Если же не хочет развестись, пусть разводится. Разводитесь ее или его брат или сестра в таких не связаны. К миру призвал нас Господь. К миру призвал нас Господь. Глава 7. Стрик 39. Жена связана с законом. Доколе жив муж ее, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. Только в Господе. Я объясняю. Жена связана с законом. Да коли жив муж ее, жена не может разводиться или развестись с мужем, если он верит или нет. Она только, она только это может сделать, если ее Муж сказал, я уже не хочу жить с тобой. Я не хочу жить с тобой, потому что мне нравится, что ты делаешь. Ты веришь на, это, ты веришь на, это, на этот Бог очень сильно. Ты соблюдаешь это законе очень сильно. Нет, я уже не хочу жить с тобой, моя жена. Я хочу развестись с тобой. Если он так сделал, да, жена, ты можешь. Ты можешь развести с ним на эту ситуацию. Но здесь жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти, эта жена можно выйти свободно, за кого хочет. Она может выйти в замужем, но только в Господе. Она может выйти в замужем с мужем, только муж, который верит в Бога и соблюдает эти законы. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter and podcast and stay up to date with us. For more information please visit www.israelunite.org.